Спасибо президенту Путину, который наконец-то принял решение освободить нас от этого, от этой беды, от этой заразы, от этого нацизма, фашистов. Ну что еще вам сказать? Я родился в Советском Союзе. Вырос, учился, сделал карьеру, а теперь по новой приходится, кстати, будем жить на родной земле и делать дела, которые мы не доделали.